Приветствую вас, подписчики и зрители на моем канале, с вами Михаил и также Живая Сталь. В прошлый раз меня просто, избили там звери, а не бойцы. Я так и назвал серию просто звери, потому что ничего не мог с ними сделать. Так, надо улучшиться, но для начала, я думаю, надо продать кое-что. Хотя хрен его знает, товар-то у меня остался, как говорится, или нет. Ой, блин, чушь, я онлайн-то сделал. Ладно, уберем. Кстати, а давайте попробуем. Потому что сейчас утро. Я обычно вечером все пробую. Там какой-то период можно попадать на онлайн. Ну, твою дивизию. Дивизию твою. Вот так вот, в общем. Это может продолжаться по Google. К сожалению, онлайна не будет. Да и хрен. Так. Сейчас мы лишнее продадим. Как ты выглядишь? А, это мои прошлые леггинсы. Давайте их и продадим. Пошли нафиг. Что это? Кстати. Чё-то они как-то слабовато. Блин, микрофон ушел, извиняюсь. У них только вес они могут хороший поднять и все. Ну-ка. Какие-то... Ноги. Но вот эти дорого пойдут. А ретро, что это за... Что это за бамбураж, блин? Четвертый уровень и... Что мы имеем? Да нифига. Он стоит, в принципе, копейки. Окей, продали. Вот эти вот, наверное, подороже будут. Кстати, давайте проверим себе. Так, это мои леггинсы. Ох ты. Скорость растет. Кстати, ну-ка, как ты будешь смотреться? Вот это, блин. О, даже не знаю, цапля. С такими мощными ногами. Ну-ка еще раз. Ну-ка. Скорость падает, это плохо. Вот эти получше, да, и будут. Но не заняты. Ну ладно, купим. Давайте. Блин, так они тоже копейки стоят. Самое это смешное. Что у меня дальше? Опля, кулачище. Кстати, неплохо. Можно их надеть и деньги не тратить пока. Идея, да? Немножко чего-то уменьшается. Энергия, да, у меня уменьшается, по-моему. Вроде да. Ладно, хрен с ним. Да, кстати, energy это energy, скорее всего. Для меня сейчас только дошло. Вот, ну... Вот если я поставлю два вот этих кулака, они будут просто офигенские. А, кстати, какой уровень? Четвертый, да? И у меня, наверное, четвертый. Хопля. Так, на одну руку поставил. Эп, давайте... Бабам! Твою же дивизию. А нет, на второй. Слушайте, атака возрастает. Блин, нифига себе. 3300, да? Неплохо. Давайте сделаем. Ой. А почему не пишет там... Что нам прибавляют, какую энергию.
То есть плюс-минус это покраска, да? Ну-ка. Да, это. Но все говорят там покрасить робота, да, но это покупать надо, и пока у меня не хочу тратиться на это. Я не знаю, сколько там. 100-200 рублей. Мне просто иногда на такие мелочи, как бы, я не считаю нужным покупать. Блин, охренеть. Ему сюда еще что-то надо поставить. Ну-ка, давай посмотрим. Металл. Что-то такое поинтересней. А давайте любое поставим. Оно все равно не поставится. Честно говорю. Хуп. Или поставится. Пам-пам-пам-пам-пам. Смотрите, я ухожу. Опля. Опля. Ахрен с ним. В общем, я крут, да, стал? У меня немножко больше финансов, и можно сейчас его побить. Этого монстра. Этого зверя, наверное. Который меня в прошлом бою просто разносил. Хотя, наверное, давайте еще что-нибудь прикуплю ему. Че он такой неживой будет? Надо его обновить. Генератор. Так. 60 тысяч стоит. Дороговато будет. Неплохо. Ударная мощь сразу. Ну-ка, насколько она? Ну, на 100 почти возросла. Ладно, хрен с ней. Опля. Вес у меня увеличился, но... Как бы я вроде тащу это, да? Во! Вот это мне нравится. Ладно, еще смотрим, сколько. 50, да? Я вот не понимаю, за чего боевой рейтинг увеличивается. Просто не понимаю. Ух, скорость, смотрите. Офигеть! 11 стал, вот это вот мне нравится. Так, а атака насколько упала? Ну, атака она немножко упала, если честно. Вес. И пауэр-генератор. Тоже все, но немножко, зато... Вот это неплохо, нравится. Скорость возросла. Удара и скорость... Так, это 6, да? Давайте посмотрим, что дальше будет. Такая же фигня. Но та все равно лучше. Так, так, так. Все не подходит. Так. Не, та покруче была. 6, да? 6. 399, 308. Ну да, на немножко. Ну давайте ее купим, что ли. Не пожопимся. 62 тысячи как-никак. Вот я тут бегал, продавал, продавал, и у меня ничего не осталось. Ну ладно. Зато я его сейчас вынесу. Так. Руку поднял. Руки-то разные, конечно, ну ладно. Зато попробуем сейчас как-нибудь бить. Окей, поехали. Ну что? Блин, я даже не знаю, как его назвать. Однорукий Джо. Так, вторая рука мощнее. О, смотри, о, твою, он боится меня. Тихо, тихо, тихо. Опля. Твою же медь, а. Ну, братан, подожди. О! Все-таки эта рука круче, честно говорю.
Блин. Да что ж ты, твою же медь. Вот кемора. Под летящую руку, в общем. Ну ладно, но у меня есть шанс. Я ему сейчас продемонстрирую его. Ху. Смотрите, одна рука-то не достает просто. Еще. Вот это да. Вот это ударчики. Ну что, братан? Блин, энергии-то не осталось. Вот так вот. Слушайте, так я его сейчас так и порву. Ха-ха. Вот что значит сильные руки, да? Ну, конечно, у него такая колотушка, блин. Это, знаете, как толкушка есть такая. Пюре толочь. Что-то мне сейчас напомнило. Посмотрим. О, он уже тяжело встает, братан. И по корпусу давай. Отлично. Просто уничтожил его. Если бы не геймпад еще, не тупил, мне кажется, бы еще проще было. Ну. 10 секунд. Давай, вставай. Молодца, мужик. И, блин, нафиг. Эх, чуть-чуть не завалил. Так же повезло, как мне в прошлые разы, когда он меня избивал. Ну что, братан? Что ты умеешь? Во! Ну, у него корпус непрошибаемый, так что... О, ох ты, неплохо. Апперкотик был. Ну видите, разные руки и по-разному бьют. Если той получается удар с подскоком по телу, это какой-то замах, апперкот, в общем. Они все по-разному. Ох ты, встал, молодца. Сейчас упадешь. Нет. По-разному реагируют, в общем. Да что ж ты, твою же, у меня же так уронит. У нас, кстати, жизни почти наравне, но у меня больше было. Было. Но меня уронил все-таки. Кстати, я вот так вот разговариваю, да? Он, блин, набирает обороты. Молодец. Заговорил мне зубки, в общем. Опля. Давай. Опля. Ну все, нахрен. Получай, падла. Ох, разбил его так. Неплохо. У меня даже еще энергия осталась. Ну что, зверь, блин. В прошлый раз ты меня просто убивал. Опля. Проигрыш. Отлично. Отлично. Все, упал. Боец. Вот так вот. Вот что значит все-таки другие доспехи. Так, починим его, да? Блин, мало дают за них, конечно. Мало. Фотон у нас на очереди. Но он, в принципе, быстрый, но легкий. Я думаю, один удар вот этой толкушкой, ему все, трандец. Только надо успеть это все сделать. Какой же замах долгий. Нет, с ним так нельзя. А вот так вот, братан, вот так вот можно. Опля. На последних силах он меня все-таки. А у меня вот силы закончились. А теперь... блин. Не получилось, да? Слушайте, он еще дерется, охренел. Офигеть. Это у него такие руки быстрые, и он, это, как вам сказать, даже когда у него энергии нету, он может быстро и сильно ударить. Ну, не из-за того, что у него руки быстрые, он сильно ударяет, а он еще на таком уровне, что он уже так и так, если ударит, то будет больно. Да ёпки мати, что за хрень такая с геймпадом? Ну иди сюда.
сейчас мы тебя без рук все-таки оставим. Опля, пошла тема. И все равно как-то слабовато, по-моему. То есть удар как-то держу не очень сильно, да? Ну ладно, еще посовершенствуемся. Конечно, я считаю, самый лучший кулак, вот, который на правой руке такой обычный похож. То есть без всяких там колотушек. Опля! Все, покедово. Ну ладно, пускай побьет меня. Так, братан, подожди. Я не такой быстрый, как ты. Опля! Пощечину получил, да? Ух, надо его тут убивать. Но у меня не получится, потому что раунд закончится, и он станет. Молодец, молодец. Давайте я не буду, в общем, лечить руки. Пофигу. Тут уже, знаете, он и так уже пострадал, бедняга. Я его сразу так хоп-хоп-хоп-хоп. Опля, и по корпусу. Оу, твою ж дивизию. Все-таки задел его. Ах, молодца. Ну, я думаю, с этим не прокатит, с двухголовым так. Потому что он там в другой категории совершенно. Он будет меня жестко бить. А-а-а, смотрите, он не может встать, все. Тейнт. Или как там, конец, в общем. Угу. Ну что, подлечимся все-таки. Там боец-то крутой. 7000 как никогда лечение стоит. Фотон, ну да. Давайте. Twin Cities. Cities, Cities. Или просто двухголовый. Дракон, блин. Вот как с ним справиться тут? У него... удар-то пожестче будет. И терпит он намного лучше, чем прошлые бойцы. Ух ты. По прессу давайте еще. Вот так вот. Из последних сил его. Блин, вот эта двоечка, это сильная двоечка. Она может и лишить рук, да, вот видите сами. Уже. Ну что? А так если? А еще вот так вот. Опля, пропустил бороду. Ну не, на самом деле он по печени там, в пресс куда-то ему. Ну? Давай, 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 вставай, мужик. Я не думаю, что так бой быстро завершится, знаете. Потому что он еще мне не показал свою силу. Оу! Тихо, тихо, тихо. Парирование было крутое, конечно, но не воспользовался. Так, 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 отходим. Он не такой быстрый, так что... оу, а вот так вот, братан. А давайте еще. Блин, он блок успел поставить, это плохо. Оу, тихо, тихо, тихо. Ну что? Иди сюда, мой... ух ты, блин. Кстати, хороший удар, только... вот он, вот он. Давай. Оу, не смотрел за энергией, в общем. Остался без руки. Фу, тихо. Я забыл, что у меня энергия закончилась. Фу, вот так вот. Одной рукой тебе твою дивизию. Нет. Чуть-чуть друг друга не добили, в общем. Ну что? Так, где? А, вот. Думал, где это? Рука-то моя не чинится почему-то. Так, с одной рукой. Подождите. Кнопки просто надо сделать. Во, апперкотами тоже, кстати. Они быстрее работают, апперкоты. Тихо. Хватит поню зубить. О, блин.
Двумя руками легче, правда ли? Но. Ох, блин, что ж я так-то. Ладно, это первый, по-моему, мой нокдаун, да? Я уже за это время что-то сбился. Так. Кнопка какая была? Ух, аж ноги у меня, мне кажется, пятки от пола отходят. Смотрите, упал. Даже не ожидал, если честно. Неплохо я тут с ним зарядил, конечно. С одной рукой-то. Ну? 9. Ёпс. Так быстро продул, мужик. Ну чё ты? Ну, видимо, сильная рука. Фух, друзья. Ну, на сегодня серию заканчиваю. От вас пальцы вверх, комментируйте. И подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. В общем, кто не хочет, не подписывайтесь. Кто хочет, буду рад. Пока.